Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы отправляемся в Кранево. Вперед! Мы покидаем Золотые пески. Вот мы выезжаем. Как видите, еще прохладно, деревья без листвы практически. Но зато мы готовимся к сезону, у нас совершенно новый асфальт. Так, и похоже, что мы пока что приплыли. Ну ничего, это ненадолго, я думаю. Они тут рубят деревья. Да, и хотят сделать что-то к сезону. Поэтому нас сразу пропустили. А мы тут снимаем как раз, как они вкалывают. Вон они там деревья рубят. Но асфальт у нас новый, это очень радует. Вот эту дорогу ремонтируют регулярно, потому что здесь идет схождение грунтов. И дорога все время портится. Буквально каждый год ее нужно поддерживать и ремонтировать. Иначе она... Сейчас мы еще увидим эти неровности на дороге. Трещины и такие вздутия, и такие ямы, провалы, так скажем. Сегодня прекрасный солнечный день. Температура воздуха 16,5 градусов. А время 2 часа. На дороге, как видите, свободно. Вот мы покидаем Золотые пески. И следующий пункт. Буквально рядом с Золотыми песками, это как раз деревня Кранево. Кто смотрит мои видео на моем канале, тот знает, что уже у меня есть такое видео о Кранево. Бюджетный отдых в болгарском селе называется. Это поселке Кранево. Но мы там были как бы не очень подробно, потому что сама деревня очень небольшая. Все отели сосредоточены на берегу, и вся жизнь, конечно, там идет около пляжа. Ну а вот здесь вот такие дома, я здесь знаю, там не видно, а вот эти горы. И перед 2005 годом здесь было очень сильное землетрясение. Многие дома были разрушены, вот как раз мы едем в зоне Сулачище, где как раз сходят грунты. Здесь просто все трясет во все стороны. Дорога будет отремонтирована. Да, вот здесь очень красивые домики, они прямо смотрят на море. Но грунты здесь сходят, поэтому я не знаю, как стройки здесь разрешены или нет. Но место очень красивое. Это прямо самый-самый высокий берег моря. Вот отсюда вот можно посмотреть. Это типа смотровая площадка сделана. Вот там здесь тоже, да, есть. Вот смотри. Вот отсюда прекрасный вид. Отсюда? Нет, оттуда. Ну ладно, отсюда тоже. Можно остановиться вот здесь. Вот, смотрите, я открываю. И посмотрите, какой чудесный вид. Сегодня очень тихое море, совершенно нет волн и нет практически ветра. Очень хороший день. Так, ну ладно, мы все-таки поедем в Кранево. Можно, да, можно останавливаться здесь на каждом шагу. Здесь дорога очень живописная. Горы из такого песчаника, они недостаточно прочные, мне кажется, и в общем здесь действительно присутствует риск обвала постоянно, и не дай бог какой землетряс, и здесь, конечно, все разрушится сразу. Вот. Сейчас мы делаем поворот. Вот здесь разрушенная какая-то заграда. Я даже не знаю, что это, типа отель, не отель, но что-то такое, почему-то разрушенное.
Саграда Фамилия. Да, кто-то построил, но, видимо, с нарушениями. Здесь с этим делом очень непросто. Вот Кранево, видите, оно практически не попало. Добре дошли Кранево, ну вот видишь. То есть вот мы добре дошли в Кранево. Так, ну что здесь у нас? Ну, вот такая деревня. Довольно живописное место на горке под горкой. Ага. Так, вот здесь вот боковой вид даже лучше видно. Вот здесь вот домики. Ну, деревня, конечно, на деревне, но домики здесь все каменные. Поддерживаются в хорошем состоянии, в общем. Потому что здесь недалеко до моря, и все домики практически здесь сдаются. Да, повернем сейчас здесь. Вот тут, тут у нас такой указатель. Тут все основные отели находятся здесь. Сейчас мы увидим общину, так, к которой мы еще не доехали. Какой, ну, по-русски общину? Ну, не знаю. Ну, в общем, муниципалитет, как бы, да? Община или муниципалитет? Так, ну вот, можно ехать помедленнее. Вот община Кранево. Вот видите, тут написано Кранево. Вот здесь вот флаги Евросоюза. Кметство Кранево. Вот здесь вот, это центр поселка. Здесь находятся основные магазины. Вот этот, например. Кошки драные гуляют. Так, вот еще магазин. А что-то они сегодня тут устанавливают. О, такой. Смотри, перерезает столбик. Осторожно. В общем, тут что-то идут, какие-то сегодня работы. Так, а что здесь у нас? Народу, как видите, непривычно много. Вот у нас украинские флаги повесили. Прямо. И сейчас мы остановимся, посмотрим, что работает, кроме этих двух магазинов. Ну, в общем, пока что я вижу, что ничего. Но флаги висят. Да, ты думаешь, пицца. Да, как везде, здесь полно украинских беженцев. Так, ну что тут еще? Пока ничего здесь сильно не работает. Но вот готовятся люди, открывают. То, что одно кафе работает, это уже говорит кое о чем. Да, вот эти беженцы тут собрались. А что они тут делают? А, ну вот, да. Так, ну вот мы едем в зону отеля. Вот здесь отель Верден. Кстати, работает, по-моему, да? А, вот Палас, да, вот отель Палас. Палас. Тут, видимо, их много, этих Паласов. Но пока что никто, я не вижу, чтобы особенно работал. Ну, вот этот работает. Ну, что, куда? А прямо едем до пляжа сейчас потихонечку. Ага. Так, ну вот эта площадь. Можем здесь запустить дрона. Вот какие-то бабочки. Сейчас посмотрим. А чем достопримечательный отель Палас? Ну, там жил наш подписчик, который заказал это видео. Который бродил здесь, а вон там какую-то, посмотри, сграду построили. И вся она в этих... Ужас. Так, ну, в общем, мы куда-то приехали в зону стройки. Так, вот, Сани Кастл. Вот там отели. Вон там большие отели. Вот отель. Ой, там на горе сколько отелей. Сани Кастл. А вот это, наверное, самый дорогой отель здесь. Как он называется? Не знаешь, вот отсюда. Каза Флора. Вот сейчас мы туда сходим, посмотрим, что там. Ну да. А, вот этот отель, который мне понравился. Магнифик. Но этот отель не работает, я так вижу.
Ну ладно, мы сейчас подойдем поближе и попускаем здесь дрончика. А можем туда подъехать прям действительно. Поехали-ка туда. Не на стенку. Здесь все равно никого нету сейчас. О, какие отели. Вот этот новый, по-моему, отель. Casa di Flora, Spa и Medical Hotel. О, чудесно. Можем прямо сюда заворачиваем. Заворачиваем. Сюда. И тут все мы проедем и просмотрим. А сейчас мы посмотрим. А можно встать и посмотрим. Ой, какой отельчик симпатичный. Вот мы около отеля шикарного, который здесь построен. А мы сейчас до берега вот здесь выйдем. А, я здесь. Вот пешеходная аллея, так я хотела посмотреть красоту. Как сделать у нас Куманово можно было. Ну да, красотень. А вот здесь мы сейчас войдем, посмотрим, какой красивый отель сделали, он совершенно новый. И тут написано, что такое, ну-ка вот издаля. Casa di Флоры. Casa di Flora. Это каза такая. Вот сейчас мы отсюда и запустим. Тут никого и нету. И вот здесь такая каза. Хоть посмотрим, какая красивая каза. Вот такая. Не знаю, открылся, не открылся. Похоже, что нет. Spa Medical Hotel. Ну просто это какой-то гарден. Это просто какой-то сад. Вон там бассейн. Ой, красота. Красота. Сейчас мы его с дрончика поснимаем. Вот такая кибана. Слушайте, ну вообще красота. Как они это все так красиво умеют делать. Иногда отели просто безумно имеют такое... А вот Sunny Castle Hotel, тоже следующие 4 звезды. Тоже хороший. Вот такое место мы откопали в Кранево. Раньше мы его не снимали, мы снимали только на подходе к пляжу. А сейчас мы хотим попробовать новинки поснимать. Здесь красиво. Да. Вот чудеса уже. Надо, не надо. Это потом посадить не сможет.
Так мы продолжаем снимать Кранева. Ну вот, пожалуй, что и все. Паркинг КАЗа и вот здесь вот несколько отелей новых, вот этих, которые я не снимала с той стороны. Вот эту сейчас развернемся, я сниму вывеску, вот эту шикарную Casa de Flora. Шикарная вывеска, прекрасная, отличная Casa de Flora. 5 звездочек, красивый интерьер. Но вообще отель, конечно, на высшем уровне здесь сделан. Смотри, здесь даже есть эти для зарядки электрических машин, такие специальные устройства сделаны. Мы его в прошлый раз не снимали, поэтому в этот раз так как-то уделили ему довольно много внимания. Он близко к пляжу очень. И там написано, что там есть медицинский какой-то спа-центр. Поэтому я думаю, что когда он заработает, это будет здорово. А вот там еще есть один отель. Мы сейчас его тоже поснимаем. Просто он там. А где он там? Так, ну вот это полный рост беженца, конечно. Ну вот, люди тут идут. А как же к тому отелю-то пробраться? Я вот все думаю. Вот здесь какой-то кемперы стоят. Вот, кстати, вот здесь, вот за этой территорией. Там кемперы. Прекрасно. Вон там на горе какой-то комплекс, к которому мы тоже не подъехали. Наверное, тоже можно подъехать. Или это жилой апарт-отель. Ну, что-то такое. Мне интересно. А вот да, вот этот работает, кстати, топ-маркет. Он довольно так удачно. Кранево развивается. Тут идет такое бурное строительство, я смотрю. Терма Бич Паркинг. Интересно. Тоже какой-то паркинг. А здесь какие-то фонарики супер. Интересно. Так, а вот здесь ресепшн Димар. Отель Village. Тоже новая, по-моему, вещь. Не знаю. Ой, такие хорошенькие вилочки. Да, такие сарайки. Таунхаусы. Так, вот. Куда мы приехали? Терма Village. А, так это все Терма Village. И это, и это. И это. И вот этот дом, у которого крыша вся покрыта солнечными батареями. А, слушайте, наверное, это спа-комплекс, а это, наверное, бассейн. Я так теперь наверное уже думаю. Терма Вилледж, да. А, точно, это наверняка бассейн. Ой, какие там медведи, бич. А, вот, слушай, интересно. Я хочу вот эту вывеску, там еще терма спа-спорт. Ну, сейчас мы вот это покажем вам, проедем. А там есть вывеска такая. Ой, какие панды. Супер. То есть я так понимаю, что здесь отели и вот это большой спа-комплекс. Вон тут фигуристы, вообще тут всякие. А вот терма Кэмпу, спорткомплекс. Да, здесь интересно. Вот хорошо, что мы сюда заехали. Мы здесь никогда не ездили раньше. Мне очень интересно. Да, здесь интересно. Вот, что мы нашли здесь интересного. Терма Village. Ну, прекрасно. С той стороны мы сейчас развернемся, там футбольное поле, а здесь 5 звезд, прекрасный отель. Он какой красивый. Да, и здесь, ребята, полно людей. Болгарские машины. Румынские машины, болгарские так, машины. То есть это не беженское место. Да. Да, здесь красивое место. Большое. Сейчас мы развернемся и покажем вам еще ту часть. Да, интересно. И это строительство, я смотрю, продолжается и продолжается. Видимо, этот спа-комплекс пользуется большой популярностью. Да, сейчас мы вот этот бассейн поснимаем.
Супер. А здесь мы просто проедем. Я не уверена, что все тут работает. Но, по-моему, работает. Потому что, судя по количеству машин, болгарских, румынских, я думаю, что все работает. Все снимаем. Вот так вот. Такие фонарики прекрасные. А вот здесь вот, кстати, футбольное поле. Да, вот здесь футболисты играют. Сейчас мы ее не видим, сейчас увидим. О, настоящая травка. Прекрасно. Искусственный язык. Да, настоящая травка. И причем такая, хотя, по-моему, неизвестная. Но мне так кажется, что настоящая. Но, может быть, и искусственная. Интересно. Вот, видишь, Терма Вилледж Спа и Спорт. Прекрасное место. То есть есть теннисный корт. Вот это вот сцена. Я думаю, что здесь устраиваются какие-то мероприятия. А на корте устраивается... Это самое. Кранево Оупен. Да-да-да. Спорткомплекс. Да, вот это мы сейчас опять снимем этот Ice Black Sea Arena. А, так это Ice Black Sea Arena. Да. Это тут фигуристки. Не зря это показано, панда. Работное время. Не пойду. Красиво. Сейчас стой здесь. Я вот только вывеску хочу снять одну. Все. Красота. Вот так красивенько здесь. Вот указатели. Термопалас, тенис-корт, виллас. Так, а сейчас мы еще здесь посмотрим. Прекрасное место. Ой, а здесь просто олимпийский бассейн есть. Вот он, огромный. Но он еще без воды. Вот, медикал-центр, термоспа, супер, термобич-ресторан. А я хотела снять вот это. Что здесь вообще-то имеется? Терма Вилледж Спа и Спорт. Вот, смотрите. Локейшн. Golden Sands 8 километров, Албена 1 километр, Балчик 15, Варна Сити-центр 25, аэропорт 35, аэропорт Бурга 145 километров. Да, вот тут все, комплексы, отели, апарт-отели. Тут какие-то бунгало. Да, бунгало, это мы снимали, когда туда ехали, да. Там эти. Да, это все вот здесь. И огромный спорткомплекс. Ну, вообще прекрасное место. И магазин работает здесь. Так что вот так Кранево живет прекрасной жизнью, развивается. Даже без русских туристов здесь хватает людей. Поэтому, ребята, все хорошо. Да. Когда страна свободная, открытая, здесь все развивается. Даже бедная, такая как Болгария, все равно туризм здесь как бы никогда не угаснет. Потому что людям нравится здесь. Здесь климат хороший, цены хорошие, отношения хорошие. А этого и достаточно людям, чтобы приезжать каждый год и отдыхать в этом месте. Я думаю, кто отдыхал в этом месте, они меня поймут. И кто отдыхал в Болгарии, в частности. Вот какие тут плакучие ивы. Так красиво. Обожаю плакучие ивы. Ну все, мы выезжаем, поехали на выезд из Кранево. Вот наш любимый, здесь сейчас мы проедем мимо нашего любимого ресторана, я его снимала в прошлый раз. Называется «Извора», вот он. И тут как бы отель, в то же время есть гестхаус. Да, вот здесь ресторан, а по-моему он всегда работает, я не знаю, но сейчас, конечно, пока тихо, но... Ну, там, да, там внутри большой. Может быть, внутри, да. Здесь сейчас, конечно, нет. Но это самый вкусный ресторан здесь. Вот начинаем работать. Здесь начинает уже. Начинается. Но пока еще не все. Кристал Парк отель. А, ну вот это, похоже, работает. Он там, какие очереди к банкомату. Вот оно, Кранево в апреле.
непривычно оживленная, но в то же время объяснимо. Да, объяснимо, и сама инфраструктура все-таки еще не работает. Вот здесь новый маркет тоже ремонт делают. Очередной будет. Да, и супермаркет. А здесь вот наш центровой вариант супермаркетов около общины. Ну и община, естественно, вот отсюда мы ее возьмем сейчас. Прекрасный поселок Кранево наш. Мы проедем. Улица Черноморья. Он прекрасный. Вот такие дома во всем поселке, каменные, никакой разрухи, свободные стаи предлагают всем, в общем, да, это все поселок Кранево. Вот он находится между Албиной и Золотыми Песками. Тут есть маленькие магазины на верхней дороге, далеко от пляжа, с дешевыми ценами. Сейчас мы выйдем из поселка Кранево. Здесь есть агроаптека, по идее, строительный небольшой магазин. Вот здесь вот. Ну и дальше тут указатели, где какая вилла. А вот здесь прекрасная мойка машин. Вот здесь, который мы тоже все время моем машину. Ну вот и все. И вот здесь на выезде построили какое-то здание тоже. Думаю, будет, наверное, магазин. Ну и все, вот и все Кранево. Пока Кранево. Надеюсь, вам понравилась наша экскурсия по Кранево. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы для вас старались.